Константин Симонов. Тот самый длинный день в году. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой давила след и стольких на зем положила, что 20 лет и 30 лет. Живым не верится, что живы, а к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляет в списки еще кого-то, кого нет, и ставит обелиски.